Мужики, целых 5 халявных аркан для вас. В моей телеге клуб имбанутых розыгрыш за подписку на телегу. Забирай свою халявную аркану по ссылке под видео. Здорово. Значит, смотри, мне тут выпал Леон. Я решил по чилу, по расслабону поиграть в Custom Hero Clash. И мне дают Леона, дают палец. А это значит, что будет контентик. Я надеюсь, это видео выйдет. Я надеюсь, что вам понравится. А еще я надеюсь на то, что вы подпишетесь на мой телеграм-канал. По ссылочке в описании. Клуб имбанутых специально для вас создал. Именно там вы можете всегда присоединиться ко мне в видос на запись, если я это делаю, записываю со зрителями. Там же вы узнаете о стримах. Ну и еще много чего интересного. Так что жду вас я всех в телеге, в клубе имбанутых. Тут у меня немного дождь разошелся, я надеюсь, этого не сильно слышно будет на записи, но если что, простите. Погнали! Battle Pass в Dota – это золотое время для старичка Гейба, который уже потеряет ручки от звона ваших монет, взамен предлагая арканы за 100-500 уровней за баснословные деньги, которые еще и продать нельзя. А что, если был боевой пропуск, который на каждом 15 уровне давал бы аркану? А ведь он есть на Dota Loot! Проходи бесплатное летнее приключение, выполняя простые задания и получай каждые 15 уровней гарантированную аркану. Задания реально простые, вон первая подписался на группу ВК и готово. Так еще и полезные, ведь в группе постоянно проходят розыгрыши. Не уник и второй уровень пройден. А дальше забираешь 2 уровня с халявными шмотками и уверенно к финишу, где тебя ждет ДК-хук. Круто же! Ну а если захочется больше, для тебя подготовили актуальную линейку кейсов, открывая которые ты получаешь не только шмотки, а и очки топа. Поднимайся по таблице лидеров и получай довольно ценные призы от Dota Loot. Еще раз заходим по ссылке под видео, забираем 2 халявных предмета в летнем приключении и обязательно активируем мой промокод. Дерзай! Так, ну для начала, естественно, мы возьмем пальчик. Ну и можно, кстати, можно пока вообще можно ничего не брать. Давайте сделаем позже. Мне нужен магус. Естественно, мне нужен магус и возможность много и часто бить. Это будет прекрасно. Главное, чтобы магус пришел. Через магус это прям вообще замечательно смотрится все. Сейчас посмотрим, повезет нам или нет. Я, кстати, сегодня уже играл на Леоне. Магус мне не пришел. Это было супер печально. И походу опять. Так, ну последняя попытка. Давайте скрестим пальцы. Дайте мне магус. Есть. Есть магус. Можно, в принципе, выбирать способности. Я вот не знаю. Ультраля, он же не накладывает. Вроде бы не накладывает безмолвие, поэтому давайте пока оставим так. У него брони побольше. Миссани. Ну миссани. Ну миссани ты. Хоть разочек, миссани. Ну, в принципе, нормально все получилось. Флюкс. Флюкс это очень даже интересно. Знаете почему? Потому что может прийти моя пассивочка. А может и не прийти. Вообще, можно взять, кстати, фисты. И в фистах у меня, возможно, будет работать фингер. А это довольно интересно. Давайте попробуем. БГХ, браулер. Щиток. Ну, я надеюсь, что щиточек сработает как надо. А он все равно от него очень сильно регенится. И в кастрюлю не пробивает. Но там всего лишь второй уровень щиточка. Ладно, my bad. Не стоило на него заливать. Но все это лирика. Ё-моё, минус 500 по ставкам. Довольно много я сразу влил. Так, знаете что? У нас будет очень много хп. И я предлагаю взять к этому еще и колосс сверху. За счет фингера, за счет талантов. Может вообще взять колосс устранения? Мне кажется, это будет круто. Странно.
странно, что он не дождался начала действия фокуса. А, ну, в принципе, и так нормально. Колосс устранения. Смотрится вкусно, на самом деле. Мне бы ульту Абаддона и Астрал Феечки. Вот это было прям просто прекрасно. Еще один с Магусом. Против Капиталиста. Устранение, вампиризм. Много урона с руки. Плюс еще и Яша, ничего себе. Ну давай 1000 на тебя воткнем. А мне на самом деле нужно как можно быстрее получить Аганим. Я надеюсь, он сейчас не подведет. Замечательно. Вот и Аганим есть. Так, ульта тролля, все есть, все нормально, все прекрасно. Аганимчик сейчас возьмем. И как раз проверим, как работают фисты. Так, а что у нас, собственно, здесь? Здесь ничего интересного, никаких контролей я ничего брать не хочу. Просто закрыть. Ну и ладно, тоже пойдет. Так, ну естественно, Аганим. Аганим, здесь очень много ультимативных способностей. Крутой мазон. Колосс устранения. Только ничего нету. Есть обратка. Хватит ли ему этой обратки? Вот это уже вопрос. Так, давайте проверяем. Да, работает. Это работает. Как интересно он придумал. Что он делает? Так, дальше, наверное, у нас пойдет палочка. А по этим, ну, насчет устранения, вот, честно говоря, я еще думаю. Ну, в принципе, можно взять колосс устранению быстрые приемы. То есть у нас будет и с руки урон, и магический урон, и жир. Так, БГХ, здесь то-то, 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 в кастрюлю вряд ли пробьет. Давайте на максимум верим. Верим в парня. И дождь у меня успокоился, это прекрасно. Вот Дум, кстати, будет довольно неприятно. Он когда соберется в жир, у него будет 25-й талант. Вот это вот истощение накладывать. То есть он к тебе будет подходить. Главное, чтобы он не взял. Главное, чтобы он не взял гонца. А что он вообще взял, кстати? Он вообще еще ничего не взял. 1400. Ну, в принципе. Угу. Дум и Дум. Ну, он там куполом сначала накроет. Потом повесить на него Дум. Дум еще и жирный такой довольно. 1800 хп. Ладно. Что это он взял? Замечательно. Все получилось просто прекрасно. Там-бам. А вот это прям очень интересно. Ну, там, в принципе, пройти, найти не проблема. Можно взять перекачку. ХПшек у нас много будет. Перекачаться в ловкость, чтобы скорость атаки была. Ну, как вариант. Ну, скорость атаки, броня. Давайте возьмем.
Так, первый талант нас вообще не интересует. Ни одно, ни другое. Фига себе, он там в жир собрался конкретный. Какой там кулдаун у этой? 21. Угу, нормально. Замечательно все получилось. Ладно, погнали. Колосс. Экипировать. Устранение. Экипировать. Сейчас ко всем атрибутам сопротивление магии тоже звучит вкусно. У нас, по идее, еще... А, нет, все, это пятый скилл был. Блин, ну, в принципе, вот это и вот это можно будет поменять. Ульту... Ульту тролля еще нужно будет чекнуть, как она будет с магусом работать. Ой, яйцо. Неприятный ты тип. Ну, давайте немного магического вампиризма возьмем. Сейчас проверим. Под ультом тролля это работает. Это прекрасно. Большего нам и не надо. Наверное, возьму-ка себе ботстол. Можно, конечно, догон брать. Штука интересная. Но ботстол... Да, наверное, лучше пусть будет ботстол. Так, дум, купол. Но он может дум пережить. Он прям очень может дум пережить. Но, хорошо. Не успел нажать. Все-таки успел. Вот здесь я единственное не знаю. 50 скорости атаки, это, конечно, интересно, но 22% сопротивления эффектом, с учетом количества думов, я думаю, будет все-таки повкуснее смотреться. А скорость атаки мы возьмем третьей вехой, быстрый прием и, или... Абадон наигрался. Рекламная пауза у нас тут такая. Все, последняя Егис был. Замечательно. Yes. 16 секунд дума. Переживет ли Гуля? Ну, пока истощения нету, он его будет, в принципе, с руки бить. Должен. Нет. О, не пережил. Ладно, хорош. Дэмэджа у нас пока маловато, но в принципе пойдет. Ну вот эта тема мне прям нравится. Под фистами замечательно работает. Люминенс варится. Там уже... А, тут просто Just Chill. 6 копеек не хватает. Ладно, я бы, конечно, взял сейчас, продал вард. И взял бы максимальную палочку, но не буду. О, 15 уровень. Сработает, интересно, нет? Угу, хорошо. Yes.
пока менять ничего не будем. Давайте по предметам максимально затаримся. А скиллы уже дело такое. Ну, с крещендо, с магическим вампиризмом он по-любому успеет трэмпл прожать. А в гости не спрячешься. Ну вот после 25 уровня все эти думы будут проблемкой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то я прям зря походу в думы не верю. Люминенс. Вот пусть у меня на фистах прокнет. Какой там шанс? 30%. Чтоб я не шотнулся от люминенса. Угу, я почувствовал это. Красота. Блин, это очень забавно смотрится. Так, люминенс есть, дум есть, это есть. Сейчас возьмет себе торчер наварит. Короче, да, дум будет для нас прям вообще испытанием таким небольшим. Давайте перекачаемся в ловкость. ХП мы, конечно, сильно не потеряем. 3000 хп, но 112 брони. Скорость атаки 0,75. 23 стака есть. Очень быстро все получилось. И Аганим собрался рано, и Палис быстро пришел. Вообще замечательно. Да ладно. Не сработало. Угу. Это значит, у нас есть. Можно, в принципе, взять это. О, найс. Поменяем вот эту вот ненужную нам ульту. Нам нужна какая-нибудь снова криты. Будет много урона с руки. Будет много хп. Выжил. Плюс к тому же еще и истощение. Ну, давайте. Так, вот это прям прекрасная штука. Это нам надо. Ну, благо у нас есть хоть один подсейв. Так, 20, отлично. Ну и здесь, наверное, уже стоит идти. Ага, тут еще и нулик нужен, оказывается. Ёперный балет. Брони у нас плюс-минус нормально. Скорость атаки давайте побольше сделаем. 57. Я все равно тебя пальчиком достану. Не убежишь и не скроешься. А возможно, стоит какой-нибудь магический вампиризм взять. Либо сатаник вообще. Да.
давайте сатаник возьмем. А, меня ветра поднял. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот подсейвы, у всех есть сраные подсейвы. Это неприятно. Главное, Аегис не потеряли, остальное не важно, в принципе. Сможет ли он ему что-то сделать? Он еще и пассивку нашел. Вот то, что у него рефракшн, это, конечно, для меня проблемка. То есть так-то я могу его шотнуть, но не могу шотнуть. А там уже истощение, извини, кнопочка не нажмется. Вот не знаю, какой бы еще взять скилл. Можно, кстати, взять на него шард. Ну, вот это, конечно, чудесно и прекрасно, но здесь больше дается. Так, это мы уже видели. Надеюсь, ничего не поменяется. А мы, кстати, втроем остались. Довольно быстрая катка у нас. Надо взять шард. Истощение накладывать. Давайте, наверное, перекачку мы... Перекачаемся. 10 тысяч силы. Я думаю, нормально. А в максимум перекачаемся. В жопу ловкость. Мне нужен подсейв. Вот это звучит вкусно. Шестой скилл, что ли, взять? Ну что, ну хотя... Блин, ну тут 400% крит, а тут истощение. Ладно, давайте выключим истощение. Просто бы пережить, не пережить. Неужели я опять буду страдать из-за того, что у меня нету подсейва нормального? По всей видимости, буду. Там еще и линка появилась. Поднял ветра, потопал, до свидания. Вот это, кстати, классная штука. Я буду хотя бы хилиться. А, истощение, стоп. Не классная штука. Может, тоже дум накладывать?
Нет, Doom, блин, Doom это проблема для меня. Doom накладывать не очень классно будет. Вот это вот можно, в принципе, поменять. Щиток медузы. Тогда у меня маны не будет. Можно, кстати, взять потоки маны. Ладно, попробуем. Хоть переживать как-то больше буду это все. Это просто изи. И давайте соберем Этериал. Этериал, плюс надо бы съесть Аганим, взять Муншард. Там дальше посмотрим. Этериал есть. Это нам все не надо. Вообще все это нам не надо. Аганим пока съедать не будем. Полного охвата какого-нибудь не хватает. Ой, господи, еще и такое говно нашел. Не, больше кнопок не нажмешь. Doom сделал свое дело, на самом деле. Прям хорошо сделал. Окей, Doom оставляем. Кидаем на себя Doom и чувствуем себя прекрасно. Мне нужен подсейв. Ёб твою медь. Нормальный подсейв. А не вот это вот. Купол тоже пойдет. Не совсем подсейв, но... Но кнопочка полезная. С учетом того, что там еще Shadow Realm появился. Нужна скорость атаки. Нормально, нормально. Там же линка. Doom в линку сейчас дал. Неплохо, неплохо звучит. Мне нравится. А Doom, я так понимаю, не накладывается через магус. Снова ты. Надо, наверное, будет дать на него Этериал сначала, а потом палец. Не палец, а Doom. Хотя он, возможно, сейчас сразу в Астрал Феи уйдет. Тоже не очень приятно. Купол прям спас сейчас нас. Можно, в принципе, менять Essence Shift. Штука нам не очень нужна. Собственно, как все остальное. Сосалка нам не нужна. А вот это, кстати, пойдет. Хотя зачем? Мы шотаем все. Сало нам не надо. Нет. Еще один подсейв, но не тот. Подсейв, конечно, классный, но вообще не то, что надо. Но тоже неплохо. Будем сейчас немного блокировать урон,
Что, инвестия возьмешь, Тараск? Ленц, хорошо. Дум прям вкусно смотрится здесь. Ага, один слился. И можно будет, в принципе, на перспективу потом дум поменять. Ой-ой, хорошо. Ах, ты ж выжил. Ну, здесь пока брать особо нечего. Можно немного ловкости взять там. Чисто так, скорость атаки какую-то. Зачем, правда? Конечно, егисов нету, но есть определенного рода проблемки. Плюс у него лежит Ion Disc. Так что, скорее всего... А, ну, в принципе, там кулдаун сейчас пройдет. 105 секунд. Может быть, успеет пройти кулдаун. Интересно, вот такой сборкой на Леона, как далеко вообще можно уйти? Да давайте еще инты съедим. Линки там нету, ничего нету. Вроде ничего особо не поменялось. Накрываем куполом, ставим дум и нормально себя чувствуем. Хотел успеть на себя кастануть дом, не получилось. Так, возвращаем все взад. Он, конечно, может уйти в инвиз, но благо куполом можно этот инвиз раскрыть. Но на самом деле вот такой дом должен играться через гонца. Да уж, пока у него нету кулдауна, пока у него кулдаун на индиск, у него все печально. Он его просто не перекладывает. Все, наигрался. Слушайте, ну давайте попробуем на самом деле пойти дальше. Оставим потоки маны. Сейчас быстренько поменяем вехи. Так, давайте оставим потоки маны. Можно взять... магический вампиризм. И, допустим, свирепость. Так, можно поменять сначала хроном. Это мне все не надо. Вот мне нужна от феечки. А вот это, кстати, вкусно. Свирепость, потоки маны, блин. А мультикаст на это будет работать, интересно. Не, мультикаст на это не работает. Thank you.
Замечательно. Блин, у меня там флюкс был на самом деле. Давай монетки на этот раунд возьмем. Плюс много денежек. Это можно все продать, продать. С учетом того, что у нас маны не будет вообще, можно, в принципе, поменять ультраля. Надо найти что-то прям очень интересное. Вот Остров Феечки мне прям нравится. Где его взять? Ого, там сопротивление уже. Не думаю, что мы далеко на самом деле тут уйдем. Реинкарнация, все не то и все не так. Ну, конечно, ульта сварка смотрится вкусно. Ага. А еще вкусно смотрится то, что мы сейчас проиграем. Давайте с мультикастами попробуем хотя бы палец давать. Там был, нет? Что-то мультикасты вообще не работают. Надо немного силы, ловкости и интеллекта поесть. Наигрались. Не нашел я под сейф от феечки. Можно было убрать реинкарнацию, можно не убирать ульту тролля, в принципе, ее прожимать. Но в любом случае, когда вот так вот сильно не прет, я думаю, прекрасно, что заранее заканчивается. Да и, в принципе, сопротивление магии у крипов сумасшедшее. Там можно зайти в топ 50 по PvE дефу, но далеко прям в максимум не уйдешь. В любом случае, вот такой интересный получился сегодня видосик. Леон через Магуса специально для вас искал. Давно у нас подобного не было. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Мужики, целых 5 халявных аркан для вас. В моей телеге клуб имбанутых розыгрыш за подписку на телегу. Забирай свою халявную аркану по ссылке под видео.